Манифестации в защиту прав женщин на аборты проходят в разных штатах. Сотни людей вышли на улицы американских городов после того, как федеральный судья в Техасе попытался ограничить доступ к широко используемому для абортов препарату. Политическая и судебная борьба вокруг абортов разгорелась в США в июне прошлого года, когда Верховный суд с консервативным большинством голосов отменил конституционное право на аборт на федеральном уровне, оставив решение за каждым штатом.